Мэнсун, Гушу, Шупуэр из ассортимента ЧБЦ. Чай без церемоний. Город Санкт-Петербург. Аромат сухой заварки на прогреве дыханием. Шоколадно-древесный. Кофейный. Шоколад с горьким миндалем. Камфорно-шоколадный. Богатая игра разных ноток в аромате сухой заварки. Богатый аромат. Нюхать, не перенюхать. По проливам. Берем 2,5 грамма сухой заварки и завариваем на 100-миллилитровую китайскую фарфоровую гайвань. Промывка 40% от нормы. Первый пролив 100% от нормы. Второй пролив 100% от нормы. Третий пролив 70% от нормы. Четвертый пролив 50% от нормы. Чай с замедленной экстракцией. Его оптимально заваривать не в чайнике, а распаривать в толстостенном чайнике, не используя гайвань. Вкус заваренного чая. Дерево с миндалем. Мягкие, горьковатые нотки. Ореховые нотки. Слабо. Шоколад. Очень слабо. Чай подойдет под долгие чаепития с друзьями, разумеется, когда снимут принудительную самоизоляцию. 8-12 граммов на толстостенный чайник. И вперед. Чай мягко греет и мягко расслабляет. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.